Привет! Как дела? Сегодня поговорим о музыкальных фестивалях, которые проходят в Англии, и о том, как я попала на один из таких фестивалей. В Англии в течение лета проходит огромное количество музыкальных фестивалей разных направлений, и рок, и альтернативное направление, и фольк, и попса, кантри, джаз. Огромное количество фестивалей. Самые популярные из них — это Glastonbury и Wilderness фестиваль. Знаете, наверное, по фильму Бриджит Джонс, когда они все выезжают в какое-то поле и в течение 3-5 дней бегают в резиновых сапогах, валяются в грязи и наслаждаются музыкой. Но сегодня поговорим не об этом. На таких фестивалях я еще никогда не была. У меня были друзья, приехали все очень грязные с этого фестиваля. Но суть не в этом. Я была на лондонском фестивале под названием iTunes. Бесплатно по розыгрышу билетов. Об этом фестивале я узнала абсолютно случайно от своего одноклассника, с которым я училась в школе английского языка. Он был из Венесуэлы. И так как мы на уроках английского языка общались, кто чем занимается в свободное время, должны были рассказывать друг другу и также преподавателю потом рассказывать о наших хобби, о нашем досуге. И вот он узнал, что я занимаюсь различными мероприятиями, и спросил, была ли я когда-нибудь на iTunes фестивале. Я говорю, нет, а что это такое? И он мне рассказал. Оказывается, iTunes фестиваль проводится компанией Apple с 2007 года. Название этого фестиваля произошло от одноименного проигрывателя, который был внедрен компанией Apple в iPhone, iPod и iPad. И вот так вот каждый год, целый сентябрь, день за днем, звезды с мировыми именами выступали в концертном зале Roundhouse, который находится в районе Камден-таун. И билеты на эти концерты можно было просто выиграть в лотерею. Пользователи таких технологических разработок, как iPhone, iPod и iPad, были основной публикой на фестивале и имели возможность выиграть билеты на концерты таких звезд, как Адель, Алисия Кис, Дюран Дюран, Палома Файт, Пинк, Джесси Джей и так далее. И вот этот вот мой друг из Венесуэлы сказал, а ты не хочешь попробовать выиграть билет? Это был 2012 год и уже была середина сентября. Я говорю, а что, еще возможно что-то выиграть, так как последние билеты наверняка уже ушли. Он говорит, ну почему нет, попробуй. Я зашла на страничку iTunes в Фейсбуке, набрала iTunes фестиваль, и мне выпала форма, где я заполнила свои имя, фамилию и на какой концерт я бы хотела попасть. И все, что там было после 20 сентября, я абсолютно все попыталась заполнить. Ну, там на каждый концерт надо было отдельную форму заполнять. Я больше всего хотела попасть на концерт Алисии Кис. Именно ее я более-менее знала и пыталась выиграть билеты. Остальных звезд я вообще не знала. Но решила попробовать заполнить лотерею на абсолютно все концерты, которые оставались. Там около 8 штук оставалось. И что вы думаете, через 3 дня мне пришло письмо на e-mail «Congratulations, you won the tickets». Я сначала подумала, может быть, это какой-то лохотрон. Как всегда, знаете, присылают тебе на почту какие-то предложение, что ты там что-то выиграл, должен пройти по ссылочке, так как я абсолютно забыла, что я подала заявку на вот этот вот фестиваль. А потом до меня дошло, я же выиграла вот эти вот билеты. И я потом рассказала своему другу из Венесуэлы, не помню, как его зовут, Рафаэль, по-моему, и он говорит, да ты что, ты выиграла? Он столько раз пытался и ни разу не выиграл. Мне, если честно, тоже никогда не везло в лотерею, а тут вот раз и выиграла. Я говорю, да, я выиграла билеты, и я попала на концерт группы Madness. Что это такое, я вообще понятия не имела, но решила поехать. Так как билетов было 2, я, конечно же, предложила один из билетов моему другу, но он не смог, он работал в тот день и не смог поехать. Поэтому я предложила второй билет моей другой однокласснице из Чехии, которая с удовольствием разделила со мной компанию. И 27 сентября мы направились в этот концертный зал под названием Roundhouse. Мы отстояли огромную очередь, нам надо было успеть до 20 часов войти в этот концертный зал, иначе гарантия наших билетов пропадала бы. Но мы успели. Сам концерт начался часов в 9:30 или в 10, где-то так. А на разогреве группы Madness выступала другая современная британская инди-рок группа под названием Reverend and the Makers с их знаменитой песней Heavyweight Champion of World. Thank you.
группа Madness я понятия не имела, но попасть на фестиваль очень хотелось. Знакомые англичане, с которыми я тогда делила квартиру на Sourcefields, о которой я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, они сказали, что это очень старая английская группа, которая была популярна в 1980-х годах. И чтобы быть подготовленной к концерту, я начала искать информацию об этих артистах и их песни в интернете. Оказалось, это такие элегантные мафиози, которые исполняли довольно-таки интересную ритмичную музыку. И несмотря на то, что на концерт собралась в основном молодежь, они поддали жару уже разгоряченной предыдущими артистами публике. И вот эта вот вся британская молодежь меня сильно удивила, потому что они активно подпевали, подплясывали под музыку ретро-группы. В принципе, я очень осталась довольна тем, что я попала на такой фестиваль и узнала о такой группе под названием Madness. Вот как это было, вам показываю. В 2013 году я, к сожалению, ничего не выиграла, а в 2014 снова попала на этот фестиваль. Я выиграла 2 билета на концерт Мэри Джей Блайдж. Кто это такая, я тоже не знала, но мне очень понравился концерт. На разогреве у нее выступала группа Gordon City, и я брала с собой уже эстонскую подругу Саманту, о которой я вам еще не рассказывала, но когда-нибудь расскажу. И мы вот так вот вместе с ней отлично провели тот вечер и подзарядились музыкальным настроением британских звезд. Я, конечно же, все как репортер снимала это и на фото, и на видео. Некоторые видео у меня сохранились с этого концерта, и как это было, вам сейчас показываю. В 2015 году iTunes фестиваль был переименован в Apple Music фестиваль, но, к сожалению, спустя 2 года на 10-летний юбилей фестиваль закрыли и больше его не существует. Но, однако, в истории и в моей памяти он остался, и сегодня я вам о нем рассказала. Какие еще существуют фестивали, куда мне удавалось попадать и куда я еще, может быть, когда-нибудь попаду, я буду рассказывать на своем канале. Не забудьте подписаться на него, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!